Вчера все мои проблемы казались такими далекими, а сегодня я не представляю своей жизни без них. Неожиданно я стал уже не тем, кем был раньше. Уныние овладело мной. Где же ты, вчерашний день? Я верю в тебя. Это я начал читать перевод одной известной песни. Не догадались, что это за произведение? Давайте послушаем эту прекрасную музыку.